Еще что хочу сказать. Наконец-то поменял свой телефон Vertex, где было мало памяти, плохой аппарат, на Asus. Я не гонюсь за понтами, поэтому мне нужна была, важна была функциональность в телефоне. И там много памяти, огромное количество памяти. Теперь я смогу более успешно работать, приложения скачивать, которые автоматизируют мою работу. Да? И хорошая очень камера, 16 мегапикселей, я считаю, что это нормально, где будут более качественные съемки и видео и так далее. Буду снимать, наконец-то, вот сейчас как раз на нее снимаю. Что как раз хочу сказать, именно благодаря работе через интернет в соцсетях я сама лично, сидя дома с ребенком, через интернет заработала себе на этот телефон. Поэтому этим я очень сильно горжусь, я ни копейки не попросила у мужа. Я просто то, что мне переводили денежку, да, я откладывала, и в итоге вот заработала. И в итоге смогла его купить. Также были другие расходы, там более 40 тысяч в месяц. Это и платная палата, да, где мы лежали, это 8 тысяч. Я смогла себе это позволить, оплатить палату, не лежать в общей, где можно заразиться еще больше инфекцией, а наоборот, лежать в таких комфортных условиях, где был и душ, и микроволновка, и чайник, и кровать, где две кровати были, и питание, и так далее. Также оплатить себе обследование. На те деньги, которые я заработала через интернет, да, в соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграм. То есть мне нравится быть самодостаточной, мне нравится независимость. Я не люблю просить деньги, мне это не нравится. Тем более на косметику, допустим. Да, полностью косметику, все заказы в Reflame я делаю на свои деньги. То есть мужчинам не объяснишь, зачем столько бутыльков, зачем тебе лосьон для тела, зачем масло для волос, и причем три разных и так далее. Поэтому я не прошу никогда деньги у мужа, я зарабатываю сама, и мне это нравится. Быть независимой, самодостаточной. И если я чего-то захотела, я просто буду откладывать, копить эту денежку, но я куплю это на свои деньги сама, на заработанные в интернете. Поэтому мамочки в декрете, если вы устали просить деньги у мужа, если вы просто смотрите сериалы или либо листаете ленту в Инстаграм, бессмысленно, да, либо если вы играете в ферму, либо в шарики в какие-то, то пишите мне, я расскажу, как можно зарабатывать в то время, пока вы играете. У нас сегодня такая классная погода, мы гуляем по аллейке, и сейчас зашли в магазин, а там сидят продавцы, а в магазине очень сильно душно, просто нереально. А мы гуляем на улице, дышим свежим воздухом, такой теплый ветерок обдувает, так кайфово вообще, здесь у нас сосны. Все красиво. И что хочу сказать, что пока я гуляю с ребенком, да, моя работа не останавливается. Я сделала автопостинг, я выложила пост, сделала автопостинг в Инстаграм, ВКонтакте. И пока я гуляю, все равно мои посты выходят, работают, и уже я получаю входящий поток заявок и поток откликов. И с собой у меня, естественно, телефон, в котором есть ВКонтакт, WhatsApp и Инстаграм. То есть, если какие-то отзывы есть, либо заявки, да, то я могу их на месте прям сразу обработать на природе, сесть на лавочку и ответить всем, наговорить голосовое, да, либо так написать текстом. Поэтому очень клево работать в таких условиях, на природе, в тепле, на солнышке. А люди сейчас сидят, тут они реально до 8 работают в такой духоте. А мы гуляем в таком красивом месте, сосны. Очень-очень круто.